поки що ми говоримо, що це був залповий ливень. Як ви вже знаєте, сьогодні вночі з 0 до 6 години випало більш ніж двохмісячна норма опадів. За 5 годин це дуже багато. Також це все супроводжувалось туристичним вітром. Знешкоджені як і лінії електропередач, так і є список достатньо серйозних, це повреждень в жилому фонді. Ми зараз цю інформацію збираємо в департаменті городського господарства і максимально оперативно реагируем на все эти вызовы. Вот. Сейчас занимаемся восстановлением дорожного движения по улицам Атамана Головатого и по улице это Черноморского, это Казачество. Так как в 3:30 ночи затопило подстанцию, которая питает насосную станцию, мы туда тянули резервное питание, генератор, из-за подтопления были некоторые сложности, тем не менее достаточно оперативно все сделали, и на сегодняшний день по состоянию на 8 утра непроезжаемыми были только эти две улицы, Атамана Головатого и Черноморского, это Казачество. Чтобы выпустить это потоки со спального района, самого большого спального района Суловского района, подготовили распоряжение мирского главы про это тимчасово закрытие заезду для грузовых автомобилей, вот, и выпускали машины Суворовского района, скажем так, в одностороннем движении. На данный момент ведутся и дальше активные работы, все полностью этой коммунальные службы задействованы. Также нам это помогают смежные организации, в первую очередь с техникой. Вот, поэтому по информации, которую нам дала эта компания ДТЭК, к 18:00 должно быть восстановлено полностью электроснабжение по тем домам, где есть это повреждение. По жилому фонду мы также ведем оперативную работу. Как я уже сказал, выпал 101 миллиметр осадков за 5 часов. Это если переводить на литры, это 100 литров на 1 метр. Вот, 100 литров осадков на 1 метр выпало в течение 5 часов. Мы все видели, какая стихия прошлась по европейским странам, вот там это количество осадков было где-то приблизительно такое же, но только не за 5 часов, а за несколько суток. Это действительно очень большое количество осадков, и, естественно, переварить такое количество воды не получается так быстро, как нам бы этого хотелось. Хотя, я повторюсь, по состоянию на 8 утра все улицы, кроме Черноморского, это Казачество, и Атаман Головатого в городе, были проезжаемы. Вот. Также еще хотелось бы это отметить, что фактически на достаточно хорошо это работало сегодня утром общественный транспорт. Его восстановили тоже максимально оперативно. Вот. Мы
скажем так, это покопались в архивах. Единственное, вот что-то похожее нашли. Это в 88 году был дождь, и это количество осадков было 90 миллиметров. Но это даже меньше той цифры, которую мы имеем сегодня. Тогда это была серьезная стихия, тогда были, к сожалению, и жертвы человеческие. На данный момент, скажем так, мы собираем информацию о нанесенном ущербе. То есть полной информации еще нет. После этого будем это рассматривать, варианты и возможности оказания той либо иной помощи. Это либо ремонтная работа, либо финансовая помощь. Это уже, скажем так, тема отдельного разговора.